В завершении рабочей поездки в Фурманов губернатор Станислав Воскресенский вместе с жителями проверил ход работ, которые ведутся в рамках преображения центра города, территории между улицами Социалистическая и Советская, а также проинспектировал текущее состояние ярмарочной площади, благоустроенной в 2020 году. В соответствии с выбранной концепцией развития центра города фактически создана новая площадь – ярмарочная. Раньше на этом месте была стихийная стоянка автомобилей. Сейчас здесь новое покрытие, установлены торговые павильоны и многофункциональные конструкции, обустроено уличное освещение, высажены новые деревья и кустарники, установлены арки, скамейки, урны, есть велопарковка, смонтирована система видеонаблюдения. Сейчас пойду прогуляюсь, посмотрю там ход работ. Мы когда в этом году завершим? Да, мы определяющими темпами идем. Мы должны как бы в следующем году были этот объект закончить, но мы должны... Я думаю, что мы попробуем поставить себе амбициозную задачку и ее выполнить. Нет, только просто не в ущерб качеству. То есть какие-то вещи требуют времени, не надо. Лучше сделать как полагается, не торопиться. Главное, чтобы качество все было. Чтобы это пережила, посмотрите, зиму, ничего тут не разрушилось. Все в порядке. Также вот надо и тот объект доделать. Потому что я помню, люди просили овраг, там и склоны надо сделать. Сейчас проверим, все пойдем. Благоустройство общественной территории в границах улиц Советской и Социалистической, включая пространство за монументом славы, началось еще в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Тогда здесь уложили новое покрытие центральной пешеходной зоны, заменили уличное освещение и установили скамейки, смонтировали систему видеонаблюдения, а на территории оврага между улицами выполнили кронирование и опиловку деревьев, обустроили освещение лестницы и сделали амфитеатр. В 2022 году благоустройство продолжили. Сейчас завершается создание пешеходной зоны. Готовность объекта составляет 85%. Вместе с жителями глава региона прогулялся новым пешеходным маршрутом. Горожане отметили удобство этого пространства. Теперь с одной стороны города на другую можно добраться быстрее и комфортнее. Глава Фурманского района Павел Колесников рассказал, что по контракту завершение всех работ намечено на следующий год. Однако благоустройство идет опережающими темпами, что позволит закончить его уже в этом году. Станислав Воскресенский подчеркнул, главное, чтобы это не шло в ущерб качеству. Ну, поэтапно мы же программу «Комфортная среда» будем продолжать из года в год, но просто, может быть, не все сразу. Я предлагаю сейчас сосредоточиться все-таки на том месте, где мы находимся. Его надо доделать, оно еще не доделано. И здесь еще работы много. Планируется вообще в следующем году закончить, но вот глава говорит, что, может быть, и в этом получится. Здесь, мне кажется, не надо спешить, тут главное качество все-таки. Она продолжается, мы город за город делаем, там, в какой-то год Фурманов, в какой-то год другие города. Мы одновременно несколько городов делаем, ну, конечно, будем продолжать. Просто я вам точно не назову сроки, но говорю, в этом году и в следующем предлагаю сосредоточиться вот на том, что мы обещали. Я же помню, я тогда встречался, и многие мамы были. Я помню, вы просили здесь, чтобы... Я никогда не забуду. Мне за детский садик. Да, и просили, я помню, чтобы удобно было с коляской здесь съехать. Да. Мы еще искали решение долго инженерное, как сделать так, чтобы с коляской сюда было заехать. Это я помню прекрасно. Здесь мы недалеко встречались. Поэтому надо это доделать, чтобы наш тот разговор, вот он, видите, превратился в реальное дело. В заключение отметим, что губернатор региона также обсудил с горожанами вопросы дальнейшего благоустройства и развития города Фурманова.